Давай посильней. Еще сильней. Да что, не можешь? Ты можешь же? Давай. Проснулся Семён, кушает борщ и кабачковые оладушки, да? Мама сегодня постряпала их. Угу. Вкусно? Угу. Там кабачок и картошка. Вот такая вот у меня небольшая кучка из одного... Кучка, стопочка. Получилась из одного кабачка. И у меня тут одна порция чуточку пригорела. У тебя же есть уже, это мама будет кушать. Но получилось очень даже неплохо, да, Сём? Вкусно? Ага. Это да или нет? Ты сказал, вкусно? Ага. Понятно, давай ешь. Аккуратнее. Молодец. А, думаю, я чего это так ребенок тихо сидит? Сёма, классно тебе, да? Обратно складывай. Ай, блин, если он сейчас всё вытащит, это всё. Ну и вид у тебя, конечно, серьезный. Зачем так делаешь? Сёма, закрывай. Семён, закрывай. Закрой. Да? Сёма! Закрой, пожалуйста. Ну, Сём, это новая пачка.
Еще и попу мыл. Ну ты супер вообще. Все, надо заканчивать это дело, однако. Ребятки, спит Семка, и я так поняла, что я вообще на второй половине дня вообще камеру не включала практически один раз, только да, когда Семка салфетки раскидал, потому что к нам приезжал мой папа, мы сходили, прогулялись, посидели, чай попили, пообщались, и как бы все, день закончился, папа уехал, я Сему спать уложила, и все, я сейчас занимаюсь своими личными делами, уже ничего не буду снимать. Блин, как меня бесит вот эти вот отросшие волосики. Я хотела сказать большое-большое всем спасибо за поддержку, наверное, да, за то, что вы порадовались вместе с нами, что мы решились на второго малыша сейчас планировать. Правда, очень рада, думала, сейчас опять какой-нибудь негатив польется, но на самом деле нет, мне очень приятно то, что вы рады, пусть еще даже не моей беременности, но началом активного планирования. Наверное, все-таки всем эта тема интересна, да. Что-то новенькое в нашей жизни, но вот мы с Сережей долго думали и решили. Больше полугода, наверное, да, получается, мы думали над этим, прежде чем начать. Вот такие вот дела. Конечно же, я надеюсь на то, что у нас все это быстренько получится. Не будет как Семкой практически 2 года, но... Ох, будем надеяться на лучшее. Сейчас у нас в планах отпуск впереди, а после него уже будем дальше думать. Мы начинаем с мамой уже очень-очень активно искать отель, и чуть никак не можем определиться, где остановиться, ну, потому что на юге все отели какие-то уже такие уставшие, если честно сказать, а слишком дорогие, мы там где за ночь больше 10 тысяч оставить как бы не хочется, поэтому мы в раздумьях. И скоро должны купить билеты, я все жду, когда цена упадет, главное, чтобы билеты не закончились. А так, я реально очень рада, что я с вами поделилась этой новостью, потому что как-то в себе таить такая типа тайна, да, великая, что мы прям начали работать над вторым, как-то мне хочется об этом иногда поговорить. А Сережа на работе, да и Сережа уже достала всеми этими разговорами. Хочется с вами делиться, и очень рада, что вы принимаете эти эмоции, наверное, да, разделяете вместе со мной. Вот, вот такие вот делишки. Я, наверное, с вами попрощаюсь. Вас всех люблю, целую, всем пока-пока.